найти логическое содержание. Идет просто слом мозгов, просверливает мозги. И ребеночек приходит, он еще хочет, у него еще потребность возрастная. В первом классе у него, конечно, все снижается. А потом начинает реанимировать это вот его мотивацию. Но в пятом-шестом классе он просто заявляет, что он не хочет учиться. В седьмом классе он начинает грубить, хамить и мстить. Вот откуда в американских школах, а теперь у нас, такая месть учителям? Они мстят за свою вот эту вот детскую боль, когда они хотят понять и не могут, а учитель не объясняет. Учитель собирает родителей в собрание и говорит: мое дело дать информацию, а обучать своих детей вы должны сами. И это тоже инструкции вот этих всевозможных управлений образования. Есть задание зачистить мозги нашим детям, души развратить, все сфокусировать в сексуальной сфере. Все. Животное. Животное, не способное не созидать, не продолжать род человеческий, не тем более сопротивляться.